Да, всем привет, да, ребят, с вами Аурум, и прямо на стриме мне сказали, существует что-то непонятное. За 2,49, 140! Ааа, что? А я смогу купить реально? Подожди. Все, это, надеюсь, откат игры не сделают, я сейчас быстро открою это говно. Сейчас, тихо-тихо. Сейчас. Да, это реально так. Реально? Да, это реально так. Подожди. О, боже мой! Что? Я сейчас тебе аккаунт запулю, слышите? Руди, задонь мне, Руди! Блин. Я сейчас тебе аккаунт запулю. Боже, какой я бомж. Ну почему у меня в этот момент денег нету? Стоп. Лол! Я купил! Да! Что? Серьезно? Что? 140 сундуков? Пацаны, вы здесь? Да. 140 сундуков я открываю, это фулак. Да. Ребят, это фулак и фул гирсы. Фулака не будет, мне кажется. Будет фулак. Фулак будет. Ну, то есть, ну, все 11 будут точно. А, 140 сундуков, капец! Я ору просто дико, капец. Так, ну, ребят, на самом деле, возможно, это баг, но камон, у меня такая спецуха в магазе, поэтому я не могу ее не открыть. Я купил. Что вообще происходит? Я все подряд. Что? Я в это вообще не верю. А, у всех, ребята, сейчас у всех эта тема. Альфа, за нас и Бриджина. Бриджина, зачем? Не думаешь, не нужно 140 мегабоксов? Я не знаю. Я все еще открываю, у меня буксы. Так, давайте, ребят, я готов. Кому, короче, из всех, кто со мной играет, я всем готов задонить, ну. А, мы уже задонили. Ну, я вам деньги верну, хорошо. Да зачем? Ну, блин, вы мне помогаете очень сильно. Ребятки, кто смотрит это в записи видео, посмотрите в магаз, зайдите, сразу залетите. Если такая тема, покупайте. То есть, еще раз, если это даже будет какой-то откат, ну и пусть будет. Ну, имеется в виду, что вам, значит, вернут, наверное, деньги. Но я считаю, что это как бы баг, но типа, камон, это не баг, мы точно не знаем. Может быть, разработчики настолько нас любят? Давай я буду вот так открывать. Смотрите, самое быстрое открытие в мире. Короче, может быть, разработчики нас настолько любят, что дали нам возможность купить такую акцию? Я вареный просто, я в шоке, реально. Я просто в шоке, капец. Я тоже. Я сейчас... Так, 140 это дофига. 140 умножь на 80. Сколько будет? Почему на 80? Ну, потому что, типа, он стоит 80 гема вообще-то, один сундук. Ты про это? Да. 8000 и 3200. 11200, да? 11200 гемов, ребят! 11200 гемов! Да, это больше, чем... Сколько? $500? Да, ну да, это больше $500. Да, это... 600 да, где-то, ну там, не, ну да, где-то... Не, $550 где-то. Да. Сейчас их перерыв будет в игре, они это, сбросят всем, те, кто купили. Так а чё взросят? А как деньги вернуть? А я не знаю. Вот и все, ничего никому не сбросят. Кто успел, наверное, там ничем оставит. Но... Да, кто успел, тому и оставит. Главное успеть дооткрывать, наверное. Да. Ну, я не уверен, а может... Почему? Может быть, это не баг. Почему вы думаете, что это баг?
Не, подожди, может быть. А почему? Я не исключаю. Разработчики супер-мега щедрые решили сделать супер-акцию. Я не вижу. Ну, это стоит денег. Я заплатил только что свои деньги за вот эти картинки, которые мы сейчас видим. Я не понимаю. Абсолютно. Понимаешь, ну ты посмотри, зайди в игру, посмотри. Там, типа, 14 мегаэтчиков стоит сколько? Не, ну а почему нет, да? Почему нет? Это же не финансовый. Ну да, да, почему это обязательно должен быть именно типа там какой-то... Ой, фух, так, стоп. Я все открыл. Я тоже. Блин, капец. Так, а ну-ка давай сейчас я все теперь... У меня 54 тысячи голды, блин, 54 тысячи голды. Фрэнк. Просто я знаю, что это, я знаю, что это, я знаю, это разрабы хотят, чтобы я качнул себе фулак. Ну, типа, хули ты как бомж играешь с бомжами? Давай фул аккаунт и все. У меня, мне кажется, полностью фул. Ну, вот это второе было, конечно, видно. Не, ну вы же не лежите. Не суть, думаю, не суть. Так, ты смотри, что я творю вообще, просто что я творю. Я просто да. Всех... Может, на первике тоже открыть? Да надо на всех, на всех. На чувак... всех, на всех. Чуваки, на у меня, всех, по-моему, фулак. Альфа-задойники Forever Fasting, пожалуйста. А, да-да-да. Пожалуйста. Ребятки, да, у меня фулак. Брата, надо задонить. Тогда давай я первым делом туда и задоню. Да, прям фасиком. У меня фулак! У меня фул аккаунт сейчас. Фул аккаунт. Герсы. Ну, герсы, чё, посмотри, сколько... А, вот ещё. Ну, герсы у меня... А, ну не. Ладно, фул не получится, но... Но всё равно неплохо. Ну, я устал открывать это всё дело. Нет, а выйти с игры, выйти, чё будет? Сейчас, подождите, ребят, давайте я видео закончу, потому что я ничего не буду обрезать. Ваши все эти диалоги войдут в чат. Ребятки, я ничего не обрезаю, как есть, быстро сейчас публикую ролик, как есть, просто, если у вас есть эта акция, если у вас есть денежка, вы сами все видели, задонатьте, потому что такое бывает раз в жизни, разработчики у нас самые добрые в мире, они реально захотели, чтобы у меня был фулак, спасибо вам огромное, разработчики, я ввел код Аурум, купил сейчас все, я просто безумно вам признателен за весь этот движ, пацаны, поблагодарите разрабов, что они такие добрые. Спасибо. Огромное спасибо. Да, ну, мы запулили наконец-то. Наконец-то, видите, у всех все вообще классно. Вот реально, всегда бы так. Давайте я еще, наверное... Ой, у меня доник прилетел. Так, Аурум, подскажи, пожалуйста, я купил оверлей анимацию у ЧСВД Эрткул, сказал... бро, я чуть попозже. Смотрите, давайте еще я вот этот мегаящик... А, мне бессмысленно мегаящика открывать, я так понимаю. Давайте пин откроем под конец. Боже, у меня аж этот, я перевозбужден. У меня аж борода выросла, понимаете, от этого движа вообще. Реально, я даже постарел как-то, вам не кажется? Напишите в комментариях, пожалуйста. Как-то даже постарел от этой всей фишки. То есть, просто я в шоке. По кубкам. 43-682 на данный момент. Ждем сегодня еще от меня видосик, по-любому, я думаю, или завтра с результатами. Мы люто пушим. Спасибо большое челам, которые со мной. Это Hazard, это Альфа. В общем, спасибо вам, парни. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Публикую, пока есть эта акция. Потому что ее могут забрать разработчики. Вот, наверное. Все, всех обнял. Так.